Всех приветствую, сегодня мы поиграем с вами в симулятор таверны. Будем развивать свой бизнес и будем делать бабки. Так, давайте осмотримся. Давайте посмотрим, что здесь нужно будет делать и какая у нас с вами здесь территория. Так, что это у нас? Яблочки. Наверное, будем потом их собирать и делать с него какие-то напитки. Правильно понимаю? Так, лопата. Ага, это нужен наша таверна, колодец. А здесь, возможно, мы будем с вами сажать наш огород. Правильно понимаю? Было бы прикольно. Так, ладно. Идемте пробежимся. Посмотрим, откроем дверь таверны. Задача номер один. Хорошо, давай начинать. Все, всем приятного просмотра. Всем, кому нравятся такие игрушки. Если нет, то на канале есть куча разных других игр. Так что заходите, смотрите. Так, найдите вход в таверну. Здесь у нас закрыто, значит, нужно будет обойти. Насколько я понял. Так, репутация у нас пока месть один. День первый. И 50 монеток, насколько я понял. Хорошо. Я могу пройти внутрь тут, но сначала мне нужно снять доски. Угу. Как это сделать? Зажать. Хорошо. Ага, оно сразу исчезает, то есть не нужно будет его выбрасывать никуда. Шикарно. Потому что в симуляторе, помните, мы играли заправки. Там приходилось все выбрасывать. Откройте дверь таверны. Ну, то есть вручную это все выносить. Здесь все гораздо проще. Надеюсь, здесь можно будет нанять людей, чтобы они здесь работали, а мы с вами занимались своими делами. Так, чтобы вытащить швабру, удерживайте там. Ага, уборка в таверне. Следите за чистотой в таверне. Угу. Некоторые клиенты могут остаться недовольными, даже уйти. Хорошо, давай посмотрим, что здесь нужно очищать. Не, тебя нет. Во, хорошо. То есть такие вот грязные пятна, да, на полу. Так, а это у нас с вами кухня. Прикольненько. Давайте полностью все очистим. Чтобы было чистенько. Там нужно будет мусор повыбрасывать вот этот весь. Так, хорошо. Ну все, вроде на полу все чистили. Давай возьмем в руки. В руки руки возьмем. Есть. Есть, отлично. Так, осмотрите зал еще раз. Задача, окей. Так, сейчас это мне не нужно. Вот это вот все мы сейчас давайте повыбрасываем. Очистим. Что нужно? А вот эти большие кучи старого хлама просто так не сдвинуть. А может быть в таверне что-то, чем можно его прикрыть? А, то есть мы убирать с вами не будем, а просто прикроем, да? Это как позаметать и все под кровать закинуть. Ну ладно. Допустим. Так, это убрать, это убрать. Давайте весь такой мелкий хлам, который мы можем убрать, мы уберем. Так. Ой, даже прыгать можно на пробел. Отлично. Здесь мы тоже позаметаем. Так, убрать. Мне нужна будет вода, да? Нет чистой воды. Ага, нужно даже будет воду носить, чтобы мыть посуду. Прикольненько. Давай накроем. Накроем. Но я надеюсь, мы потом сможем с вами выбрасывать это все. А не просто понакрывать. Все. Теперь тут не так грязно. Пора мне разобраться с бумагами. А с какими бумагами? Так, похоже, здесь старый хозяин вел свои дела. Мне нужно заказать... Мне нужно заказать. Так, покупка ресурса. Это ваш стол, управление товарами. Он нужен вам, чтобы управлять таверной. Пополнять ресурсы, покупая мебель и декорации.
Ага, хорошо. Улучшение, доставка. Дальше. Закажите необходимые ресурсы в разделе ресурсы. Так, декорация, столы и ресурсы, да? Ага, 5 штучек. Окей, пиво. Отлично. Так, доставка, ресурсы. 5 штук, да, закажем? Цена заказа 25, а у нас всего лишь 50 монеток. Как думаете, стоит это заказывать? Либо не стоит. А сколько Эля X5, да? Хорошо, давай доставим. Так, улучшение. Таверна. Так, доставка после заказа. Дождитесь, когда к вам приедет телега с ресурсами. Примите ресурсы, клиньте на этих ЛКМ. Все эти ресурсы автоматически кладутся в мешок. Отнести мешок с ресурсами на склад. Следите за ресурсами. Хорошо, мусорка 25. Давай потратим на мусорку. 25 монеток, ну, наверное, я зря это сделал, да? Сейчас будем разбираться. Мусорка. Теперь вы можете выбрасывать плохо получившиеся блюда, чтобы не подавать их клиентам и сохранять свою репутацию. Подойдите к мусорке и держите ЛКМ. Хорошо. Так, погоди, к нам приехала вроде телега. А, телега где должна быть? Телега вот туда. О, вот и доставка. Стой, стой, братиш, стой. А, то есть мне... А как мне... Вот, отлично, мешок. Понесли на склад. Все. Шикарно. Пришло время сделать, чтобы люди узнали про новую таверну. Надо придумать... Придумать что, название? Почините вывеску. Во, и чинить, хорошо. Белый эльф. Во, давай вот такую, давай. Ну, отлично вроде же. Так, открытие и закрытие таверны. Откройте свою таверну, чтобы к вам могли зайти клиенты. Для этого поверните столб вывески ЛКМ. Вы можете изменить вывеску, когда захотите. Ага. Так, отлично. То есть, теперь нужно открыть свою таверну. Угу. А, то есть, вот так она открыта, да? Все, мы открыты. Белый эльф. Ладно. Пусть будет. Так, вернитесь к бару. Давай вернемся, давай посмотрим. Так, чтобы использовать... зажмите... Так, создание напитка. Кликните по рабочему месту ЛКМ, чтобы начать создание заказа. Удержите ЛКМ, чтобы налить кружку. Отпусти ЛКМ, когда стрелка будет в желтой или зеленой... область. Если вы приобретаете напиток, не забудьте убрать за собой. Заберите заказ со стенда, кликнув, подниму ЛКМ. Подойдет клиент. А, подайте клиенту заказ, кликнув, поставлю. Угу. Стремитесь делать заказы высокого качества. Хорошо, чтобы уйти. Хотя давай попробуем. Отлично. Отлично. Блин, боюсь, чтобы оно не перелилось у нас. Perfect. Все, хорошо. Теперь ждем. О, первый клиент. А точнее, гость. Первый гость нашего заведения. Так, лечь спать. Это пока мне не нужно. Бонжур. Ага, хорошо. Держи. Сначала положите... Ага, вот, отлично. Держи. Держи, малых. Приятного аппетита тебе.
Так, чтобы поговорить. Рад вас видеть в моей таверне. Всегда приятно заглянуть к вам. Думаю, ваша таверна скоро станет лучшей во всем королевстве. Ну, конечно. Еще одна идет. Да, ты шуля какая. Ага, а я так понял, разработчики не стали запариваться по поводу внешности, да? Просто цвет волос поменяли. Ну, да, согласен. Почему бы корица и нет? Так. Давай с малыхой поговорим. Рад вас видеть. Все. Всегда приятно к вам заглянуть. Ваш таверна скоро станет. Ну, конечно, скоро станет. Так, вам нужно обслуживать гостей, чтобы зарабатывать деньги. Нужные заказы вы можете приготовить на разных рабочих местах. Не забудьте убирать стол после клиента. Хорошо. Отлично. Ля кака, розовощёкая. Сначала уберите поднос. Так, я так понимаю, мыть посуду вот туда нужно будет. Да. Так, на, пока месь, пей напиток. Погоди, не туда. The Long Dark просто на пробел у меня находится инвентарь. И за этого иногда буду путаться, наверное, так. Так, что нужно? А, крутить, да? Ля, как старый Жигуль, да, заводишь? Ага, тут главное не спешить, я так понимаю. Все, шикарно. Взять ведро. Оно ж полное, да. Нужно будет помыть посудку. Так, грязь на столе. Иногда клиенты могут остановить грязь после себя. Грязь носит урон чистоте и мешает новому клиенту сесть за стол. Хорошо, кликните по столу и держите LKM, чтобы убрать пятна со стола. Понял. Все, идем посмотрим. Бонжур. Так. LKM. Ля, даже тряпочкой протереть можем. Да, я вас слушаю, что вам пиво, да, одно? Хорошо, давайте. Вот, держите. И вам тоже, да, одно пиво. Все, у нас больше пива нету, к сожалению. Все, нужно помыть будет сейчас кружечки. Нужно помыть кружки будет. Или мы их уже помыли? Вот это вот нужно будет разобраться сейчас. А, не. Ля, прикольно. Отлично, есть. Интересно, а сможем ли мы с вами нанимать рабочих, чтобы они этим занимались? Либо нам придется это делать. Так, давайте пойдем закажем. Еще себе пиво, доставка, ресурсы. Сколько у нас? 35, да, говоришь? Доставка, выход, все. Так, я таки извиняюсь, но, к сожалению, у нас пока мест нету пива, да. Сейчас я пока посудку помою, а вы... Так, убрать. Вода. Вода необходима вам для мытья грязной посуды и приготовления блюд. Чтобы получить ведро с водой, вам нужно колодец удерживать. Да-да, это я уже понял. Так, давайте помоем кружечку. Шикарно. Это что такое? А, это заказ пришел наш. Так, наберите воду из колодца. Да, мы это, конечно, сейчас с вами все сделаем. Заберем заказ. Нальем сейчас пивчанского. Сейчас, две секундочку, ребят. Две секундочки. Перфект. Ну, почти. Хорошо. Отлично. Сейчас мы сразу все нальем. И пойдем набирать. А, нет места, да? Хорошо. Так, раз. Держи. Два. Три. Так, а тебя... Нет. Так, чтобы положить обратно. Ой. Вот это мне не нравится уже.
Все, отлично. А где все остальное наше? А, чтобы положить. Хорошо, я вот эту вот хочу штуку забрать. Нет. Плохую хочу штуку забрать. Ладно, потом плохую штуку заберем. Я хотел ее просто выкинуть и не давать нашим посетителям. Сейчас давайте сначала наберем колодцы воды. Так, потихоньку, помаленьку крутим. Все, есть. Понесли. Грязный стол, 3 штуки. Угу. Новое задание. Принести воду из колодца. Мы несем. Есть, отлично. Так, шикарно. Так, грязная посуда. Если у вас закончится посуда, вы не сможете наливать туда, да? Новые заказы. Ну, понятно. Да, сейчас мы с вами помоем. Так, отлично, отлично. Что у нас по монеткам? 70. Нужно будет посмотреть потом по поводу декорации. Так, отлично. Давай вымоем посудку. Я думаю, посетители нас с вами подождут. Так, шикарно. Интересно, эти стаканчики сами возвращаются на место, либо нет? Так, репутация. Обслужите клиента, чтобы получать репутацию. Репутация необходима вам для развития. Это верно, да? Чем больше клиентов обслужить, тем быстрее станет известнее ваша таверна. Старайтесь создавать заказы надлежащего качества. Заказ влияет на то, какую репутацию вы получите. За идеальный заказ вы также получаете чаевые. Но за некачество заказа теряете репутацию. Ага, понял. Так, улучшение таверны. Когда вы достигнете нового уровня репутации, вы можете улучшить таверну, если у вас хватает денег. И выполнены все условия. Улучшение. Откройте доступ к новому контенту. Пространство, рабочее место, декорации, мебель. Некоторые улучшения могут увеличить вашу производительность. Хорошо. Да-да-да. Приятного. Это мы выбросим. Так, а где мусорка у нас где-то тут была? Вы помните? Ага, вот мусорка. Вот это вот мы выбросим. Нужно будет помыть и... Отлично. Так, давайте, наверное, пока мы таверну закроем, посмотрим. Ага, опять же на пробел у меня здесь подпрыгнуть. Авлон Дарк. На пробел там инвентарь. Давайте пока мы закроем таверну. Не-не-не, братиш, ты куда? Все, закрыто. Мы закрыты? Иди отсюда. Говорю, иди отсюда, мы закрыты. Так, хорошо. Дай сюда. Ты пока месь допивай, а мы пойдем посмотрим. Может, мы сможем сейчас... Хотя, ладно, давай. Мы сначала помоем. Чтоб у нас все это было. Так, отлично. И пойдем посмотрим. А, у меня уже нету, что тебе давать. Честно, нету. Все, иди домой, хорошо? Иди. Все, иди домой. Так, чтобы поговорить. Так, я прошу вас уйти. Уходи отсюда, я сказал. А я пошутил. Все, я пошутил. Ладно. Сейчас тогда, братиш, сиди. Давай. На. Держи. А мне нужно посмотреть по поводу декорации и улучшений. Возможно, я... Мы сейчас сможем нанять себе рабочих. Хотя что-то я очень сильно сомневаюсь в этом. Что нам в начале игры дадут возможность заниматься своими делами. Так. Улучшение. Мусорка есть. Таверна номер 2. Так, решение таверны. Новые клиенты. Новая мебель. Новая декорация. За 50. Есть. Так, новое здание. Ну... И как? Так, теперь я могу поставить новую мебель для клиентов тут. Так, 100-150. Ага, чтобы обслужить больше клиентов. Так, чтобы обслужить больше клиентов, покупайте, размещите мебель в таверне. Заказ мебель придет к вам на телеге. Ага, мебель появится в вашем инвентаре.
Открой свой инвентарь, используйте таб. Выберите в нем мебель, которую хотите поставить. Если к вам пришла компания, они хотят сесть за отдельный столик, убедитесь, что у вас есть подходящий стол. Для парочек вам нужен стол на двоих. Для трех человек понадобится стол на четверых. Только одиночки идут к барной стойке. Ага. Так. Поднос не то. Мебель. Стены, полы, ресурсы. Так, насколько я понял, это улучшение дало возможность... Так, на пробел прыгать, Арчи, запомни. Дало нам возможность... Все, хватит. Убрать этот мусор, который здесь был. Ага, сейчас. Сейчас мы с вами этим всем займемся. Давайте помоем посудку. Потому что кроме нас же ее никто не помоет. Ночь. Так, ночь посетитель таверны становится меньше. Вы можете, если хотите, закрыть таверну и лечь спать до утра или насладиться тихим временем. Используйте кровать в своей комнате. Хорошо. Ну, мы пока мы спадки с вами не будем. Давайте зайдем, посмотрим, что тут еще есть. Так, улучшение. Бар. Улучшение рабочего места за 50. Стул для хранения заказов. Склад. Ля, сколько здесь улучшений, ребят? Таверна 11. 2600, 3000. Ага, ну то есть предлагаю не спешить, чтобы использовать. Так, нужно вернуть 75. А, займ. Не, займ пока мы брать не будем. Я думаю, знаете, что мы сделаем? Сколько у нас пива? 0, да? Закажем сейчас пиво на 60, попродаем его. Так, доставка. Ага, мебель. Столики, но это на двоих. Угу, столики на двоих. Не, пока мест нам столики на двоих не нужны. Ага, украшения. Тоже пока мест ничего нету, да? Ладно, давай ресурсы заказывать. Я думаю, на 60 монеток как раз мы с вами и закажем. На 60 монеток мы с вами и закажем. Блин, дальше ж кухня пойдет, да? Не знаете, что самое большее будет интересно? Смогу ли я здесь сделать свой маленький огород, чтобы выращивать здесь себе продукты? Вроде лейка есть, в любом случае у нас будет кухня с вами, правильно? А так бы мы здесь с вами поубирали и выращивали. Я просто обожаю вот такие все темы, когда нужно строить, выращивать, добывать. Все, бегу, доставка. Так, закажите, получите новую мебель. Блин, я пока не хочу это делать, честно. Я понимаю, что мне нужно. Ну, во-первых, у меня денежек пока нету. А во-вторых, куда ее ставить, если у нас здесь с вами грязь? Ну, вы сами видите. Ладно, давайте откроемся. Мебель у нас сколько там стоит? Не помните? Давай посмотрим. Доставка, мебель. 35 монеточек, да? Можно будет столик на двоих. Угу. Да, можно будет. Так, давай попробуем. Хорошо, отлично. Идеально. Блин, чересчур сильно быстро это идет штука. Интересно, а пиво мне не выветривается? О, здорово. Как оно? Че, не спишь? Не спится, да? Давай, твое здоровье. Я пока буду делать вид, что я что-то чем-то занят. Я тут вытираю. Что ты жаловаться на жизнь мне будешь? Ой, какие у тебя брови интересные. Рад вас видеть. Так, вежливость плюс один. Ну да, я же сама вежливость. Особенно на стримах по пабгу и по танкам. Просто сама вежливость, ребят.
Так, а дай мне, пожалуйста, 35 монеточек, мне нужно стол заказать себе. Так, а где денежка? Ага, вот денежка. 15, я понял. 15, так 15, хорошо, подождем еще парочку. Можно, конечно, лечь поспать и дождаться утра. Наверное, так и сделаем, да? Где наша кроватка? Идем поспим. Поспать. Все, поспали? Да. Так, давайте закроем, чтобы сюда никто не заходил. Так, хорошо. Давайте поубираем. Реально, у меня такое чувство, что эта игра от разработчиков симулятора без заколонки. Заправочной станции, в которую я играл, в которой тоже есть на канале у нас. Так, приятного. Мне нужен еще один, чтобы я мог заказать себе столик. Давай, борода, пей. Так, я ж могу с тобой поговорить, да? Так, раз, вот, рад вас видеть. Гля, как он пьет, мизинчик отвел, прям как аристократ, да? Да ты шо, какой умничка. А ты друзей не мог сюда привезти, чтобы мы быстрее начали развиваться? Так, погоди, я могу это убрать? Да. Ля, шо ж вы молчите, а? Надо же делать красиво все. Реально нужно делать же красиво, это верно. Мы же тут не бомжиков с вами принимаем, правильно? А элиту. Так, вот так вот. Да-да-да, иду, не переживай. Все хорошо, успею. Блин, такое чувство, как будто я опять работаю барменом. Все, давай, фиолетовый, ты пока не спи. А мне нужно посудку вымыть. Так, отлично. Иди сюда. Найс. Давайте, наверное, сразу наберем еще воды. В любом случае, она нам пригодится. В любом случае, я думаю, она нам пригодится. Как ни крути. Так, грязный стол. Хорошо. Все, у нас теперь с вами хватает денежек. Давай сюда. Сейчас мы с вами закажем стол. Так. Поставить. Давай помоем сразу. И пойдем заказывать наш столик. Все, отлично. Да, мадам, я вас слушаю. Певчанского, да, вы хотите? Во, все, приятного. А мы пошли делать свой заказ первый. Так, доставка, мебель. Давай, доставка. И давай. А, я не могу две доставки одновременно делать, да? Хорошо. Это, конечно, да. Ну ладно. Давай, братиш, иди отсюда. Так, надо эту штуку убрать. И посмотреть, есть ли здесь еще у нас... На окнах. Или мы все поснимали? Не, все поснимали, хорошо. Так, иду. Не расходимся. Вот, держи. Дай сюда. Давайте протрем. Так, раз, вот. Рад вас видеть, сэр. Все, отлично. Идемте забирать мебель. Шикарно. И пойдемте расставлять столики. По-моему, на таб там столики нужно расставить. Да-да-да. Ты культяпками своими тут не махай. Сейчас я тут поставлю столик. А, как бы его... Вот так, да? Будет, я думаю. Так, я думаю, будет идеально, да.
Новое задание. Закажите, получите декорацию. Ага, ляжем, можем заказать с вами декор. Можете свободно украшать таверну, стены, пол, столы. Хорошо. Откройте свой инвентарь, используйте таб. Ладно. Так, сейчас. Что ты, зайка, жалуйся? Как у тебя? Нормально все? Это хорошо. Сейчас я пойду посудку помою. И вернусь. Так что ты никуда не уходи. А, все? Так, заказ. У нас вроде еще 6 пива есть. Хорошо. Блин, лучше, я думаю, не долить немножко, чем выкинуть, правильно? Перфект. Хорошо. Так, грязный стол. Отлично. Так, забрать. Так, две секундочки. Держи, держи. Пойдем мыть и пойдем закажем какую-то декорацию. Что-нибудь, я думаю, небольшое. Денежки сразу все тратить не будем. Не вижу в этом смысла сразу тратить все деньги, правильно? Тем более у нас их мало, у нас их 50 штучек всего лишь. 50 монеточек. Так, доставка, мебель, нет, не туда. Доставка, украшения. Во. Доставить, все. Так, о, привет, малышка. Такая у тебя красивая прическа, ля какая. Да-да-да, вижу она. Держи. Рад вас видеть в моей таверне. Все, держи. Так, давай вытрем. Мне интересно, чем он-то зеленым таким вот это вот грязным сделал. Так, погоди. Погоди, доставка, не спеши. Мне нужно вымыть сначала все. Раз. Ага, все вымыли, да? Отлично. Кактус. А куда мы с вами кактус поставим, как думаете? Так, давай сюда. Давайте сразу закажем себе две штучки пива. Хотя, закажем сразу себе пиво, ребят. Так. Приятного. О, новый уровень таверны. Да ты шо, вот это мы красавчики. Сейчас нужно пиво будет заказать. В любом случае его нужно будет заказать. И в любом случае нужно будет сразу мыть. Не забывать. Потому что я себя знаю, я... Что-то прохабатю по-любому. Так, дай посмотрим. Улучшение. Третий уровень за 100. Расширение таверны. Не, давайте, знаете, будем как идти с вами по очереди. То есть откроем сначала вторую, вот этот вот бар. Нужно будет сколько? 50, 130 монеточек для улучшения. Потом все остальное. Так, доставка. Дай мне ресурсы. Закажем на 85 сразу же на склад. Пусть будет, пригодится. Угу. Сейчас поубираем. И расставим нашу декорацию. Так, где ты находишься? Достать. Во, а давай его тут. А? А? Как вам, да? Да ты шо, ля, какая вообще красота. Все, шикарно. Купите новый уровень таверны. Не, ребят, пока мы его новый уровень не будем покупать, я думаю, нам нету смысла спешить никуда. Будем потихонечку развиваться с вами. Пока мы не улучшим второй уровень, третий мы улучшать с вами не будем. Я думаю, нету в этом никакого смысла. Согласны? Так, рад вас видеть, поговорить. Рад вас видеть, отлично. Репутация, рад вас видеть. Какие же у вас красивые глаза, девушка. Так, тебе тоже, да, Певчанского? Хорошо.
Так, отлично. Дай сюда. Да, держи. Идемте мыть посудку. Блин, игра, дай возможность, пожалуйста, нанимать мне барменов. Это, конечно, прикольно, постоянно так ходить, набирать все делать. Но я думаю, что лучше было бы, когда у нас тут работает. Так, улучшение. Так, бар за 50. Нет, я пока без не могу. За 30, что открывается стол для хранения заказов. О, давай улучшим. Угу. Отлично. То есть он... Теперь вы можете складывать тут готовые блюда, чтобы, например, взять на поднос более нужного заказа, а там вернуть даже готовым. Хорошо. Так, готовые блюда не портятся, потому вы можете вернуться за ними, когда захотите. А вот это вот отлично, вот это вот отлично. Так, давай смотреть. А ну давай попробуем поналивать немножко. И посмотрим. Если мы сейчас 15 штучек сможем тут сделать, то это будет шикарно. Просто понимаете, в чем дело? Если я сейчас сразу же насобираю и открою третий уровень, я уверен, там будет кухня. А к кухне мы еще с вами не готовы. А к кухне мы еще с вами не готовы, к сожалению. Так, чтобы один положить. Во. Отлично. Сейчас, 2 секунды, мужчина. 2 секунды я поубираю. Будьте здоровы. Все, шикарно. Будьте здоровы. Так, давай сюда. На. Держи, нужно помыть посудку. Так, давай мыть. Шикарно. Шикарно. Все, да? Я же говорю, к кухне мы реально еще не готовы. Так, что по поводу чистоты? Вроде все чисто. Ага, два пива ты хочешь. Хорошо. Давайте нальем. Нужно будет сейчас еще заказать. Так, идеально. Во, понемножку уже наловчили с вами. Так, поставить две штучки. Две штучки отдать. Да-да-да, иду. Иду. Да-да-да, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай. Вот так сделаем и вот так вот сделаем. Все. Вежливость. А не желаете сходить в подсобку? Я вам барбарисок насыплю. Ну и ладно. Нет, так нет. И ничего смешного. Могли бы просто отказаться. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, на этом сейчас мы серию будем заканчивать. И продолжим уже с вами в следующее. Без вас, я думаю, проходить ничего не буду. Но, возможно, единственное, что я попытаюсь, наверное, подлутать себе побольше денежек. Чтобы могли с вами открываться и все. А улучшение... Декорации будем делать... Ух ты, ё какая. Будем с вами делать именно под запись. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, игрушка вам зашла. Ну, именно конкретно тому, кто такое любит. Будем проходить ее полностью до конца, пока мы с ней откроем полностью все здесь улучшения. Возможно, даже сможем нанять сюда и рабочих. И будем рубить баблосики. И... готовить, как говорится, вкусную еду для наших с вами посетителей. Так, два пива. Хорошо, сейчас налью два пива. Отнесу за столик и как раз на этом, в принципе, усём. Так, хорошо, отлично. Отлично, так, держи. Держи, держи, держи. Все, ребят, всем мур-мур, пока-пока и до потом. В следующей серии будем уже дальше разведать наше с вами заведение. Все, всем удачки.